Сегодня я иду на пляж в Мирафлорес. Я здесь еще не была ни разу на пляже. Вот пойду посмотреть. Вот тут такой спуск. Как тут хорошо, красиво. Как тут тихо, спокойно, красиво. И птички поют. Рай. А мы вышли на смотровую площадку и сейчас двинем вниз. Тут вот такой вот памятник. Тут очень много серфингистов. Ну и я сейчас найду себе место под солнцем. Ну вот, тут и пляж, и серфингисты плавают. Понаблюдаем за ними. Вот мы уже и спустились. Беседка такая, можно посидеть, синёчки. Ух, как поднялась вода. Пойду посмотрю на крабиков. Вот красивый какой вид. Отсюда открывается. Раньше тут было полно крабов, куда делись? Я думаю, что это из-за аномальной жары. Они все попрятались. Сейчас наступят прохладные дни, они все появятся, будут сидеть здесь и бегать под ногами. А вон одного увидела издалека, сидит здоровенный какой. Сейчас купим себе орешков, пойдем купаться. Я люблю покупать здесь вкусные жареные бобы. Ребят, это очень вкусно. Ну, мы решили перекусить в хорошем местечке с хорошим видом, а потом уже пойти плавать. Ой, какие тут клумбы. Как тут Сан-Педро. Тут школа серфингистов. Ну а вот и сам пляж. Вот мы и расположились на каменистом берегу. Я хотела сюда прийти, вот и пришла. Я пыталась поплавать, но бесполезно. Я даже зайти в воду не смогла, потому что волны сбивали меня с ног, а камни били меня по ногам. Ну, в общем, это не тот пляж, где нужно проводить время. Ну, в качестве романтика или приятного времяпровождения без купания, помочив только ноги, подойдет. А вот там Чурилюс, пляж нормальный, но сегодня там очень много народу. Только что окунулась в очередной раз. Океан забрал тапок, потом вернул. Спасибо океану. Ребята, выбросила на берег тюленя. Нормальный пляж увидели. Нет камней. Тут уже можно покупаться нормально. Все, пойду купаться на этот пляж. Ребята, какое наслаждение здесь быть.
Я нашла пляж, который мне очень понравился, где можно и покупаться, и посидеть, себя волной накроет. Но это так мило и приятно, как в детстве. Вот где настоящий нормальный пляж. Вот сюда-то теперь я и буду ходить сама и рекомендовать другим. И народу не так много, и такая красота. И волны тебя окутывают. Мягко окутывают, не так, как тут раз камнями. Очень приятно, дети верещат от радости. Я тоже испытываю наслаждение. Тут не только нравится деткам, тут и собачкам раздолье. Какая красота! Верещат от радости. И парапланы тут летают. В общем, ставлю 5 с плюсом этому пляжу. Молодцы. И чисто тут. Мне нравится, что и собаки-то тут под волны бегут, и ничего не страшно. Потеряла мяч. Эй, Лёма. Ищет, найти не может. Нашла. Фотосессии своим деткам, праздники, в юбилеи, такие подарки для них делают на берегу океана. Под конец сегодняшней прогулки делюсь с вами вот этой клумбой прекрасной, который состоит из кактусов. И благодарю всех, кто был со мной.